Рецепт снят для сайта YouCookVideo. Приготовим необходимые продукты. Начинаем готовить тесто. В емкость миксера разбиваем 3 яйца, слегка посолим чуть-чуть и размешаем миксером. Взбивать не нужно, размешать только до однородности. Добавляем сахар. Тут по вкусу мне достаточно 2 столовых ложек. Если начинка блинов будет не сладкая, сахар не стоит добавлять совсем. Теперь по чуть-чуть, понемногу досыпаем муку, также понемногу молоко и чередуем муку и молоко. Когда все всыпано, влито, добавляем 1 столовую ложку растительного масла прямо в тесто. Размешаем и можно выпекать блины. Нагреваем сковороду. Если сковородка без покрытия, ее нужно смазать либо растительным маслом, либо кусочком сала на вилке. Вливаем тесто и распределяем по всей сковородке. Выпекаем. Пока выпекается блин, не стоит отвлекаться, делать что-то другое. Они пекутся очень быстро. Ну, буквально 30 секунд каждая сторона. Вот видим, тесто загустело, взялось. Переворачиваем на другую сторону. Так, аккуратно, чтобы не порвать. И также полминутки выпекаем с другой стороны. Можно прямо сейчас положить начинку. Потом блин не снимать развернутым, а заворачивать и прикладывать сразу на тарелку. Я не буду так делать. Начинку добавлю чуть попозже. Потом, когда все блины выпекутся. Так, готово. Снимаем. Все блины готовы. Займемся начинкой. Обратная сторона блина красивее, поэтому я укладываю начинку на вот эту сторону. С краю творог заворачиваем. 2 края на серединку и закрутим в рулончик. Готово. Если начинка сухая, например, как сахар, стоит завернуть немного по-другому. Посыпаем сахаром. Блины достаточно жирные, смазывать маслом не стоит. Заворачиваем вот так пополам и уголком. Наши блинчики готовы. Рецепт снят для сайта YouCookVideo.